утро, дорогие друзья! Суббота, 2 октября. Хорошие новости от компании «Интерлот». Теперь пополнить счет в магазине лотерейных билетов вы можете с банковских карт Visa или MasterCard. Перевод осуществляется моментально и без комиссии. И не забывайте, что при покупке билетов в интернет-магазине на следующий тираж вы получаете бонус в 10%. Экономьте время и деньги. В следующую субботу мы будем отмечать Всемирный день почты. На всех лотереях денежные тиражи. Мы разыграем очень много денег. На золотом ключе в розыгрыше суперпризы по 500 000 рублей и 87-й ход. А знаете ли вы, что можно отправить лотерейный билет в подарок по электронной почте даже за рубеж? Вы можете поздравлять с праздником всех друзей и знакомых и не тратить много времени на поиск подарков. Сделать это очень просто на нашем сайте www.interlot.ru. А как выбрать билет, мы вам покажем прямо сейчас. Все внимание на экран. Добро пожаловать в наш магазин лотерейных билетов. Выберите, на какую лотерею вы хотите купить билет. Покупая билет на ближайший тираж, вы получаете бонус 10%. На дальние тиражи бонусы не начисляются. Есть два способа выбора билетов – автоматический и ручной. При автоматическом выборе подведите курсор к кнопке «Один билет», определите нужное число билетов и нажмите именно эту кнопку. Затем нажмите кнопку «В корзину». В разделе «Моя корзина» указано число билетов и сумма покупки. Нажмите кнопку «Оформить покупку». На странице «Корзина» указана вся информация по вашей покупке. Проверив свой заказ, нажмите кнопку «Перейти к оплате». Второй способ выбора билетов – ручной. Нажмите кнопку «Ручной выбор». Перед вами билеты, доступные для выбора. Нажмите нужный вам билет, чтобы добавить его в корзину. Оформите покупку так же, как и при автоматическом выборе. В разделе «Ручной выбор» вы можете заказать билеты с желаемыми числами. Для этого нажмите кнопку «Билеты, содержащие определенные числа». Перед вами все числа от 1 до 30. Нажмите курсором на нужные вам цифры, поле цифры изменит свой цвет. Затем внизу таблицы нажмите на кнопку «Дальше». Перед вами для выбора билеты с заказанными цифрами. Нажмите нужный вам билет, чтобы добавить его в корзину. Повторите процедуру оформления покупки. Благодарим за покупку. Вы сделали правильный выбор. Выбирайте билеты и отправляйте в подарок по электронной почте. Доставьте удовольствие себе и 500 000 своим друзьям. Ну а теперь мы начинаем игру в тиражной комиссии сегодня.